Третьеклассник Леонид Иевлев боксирует сдержанно, четко держит оборону. Его противник торопится, наносит удар за ударом, но все мимо. Тактика Леонида оправдывает себя. В этом поединке он побеждает. На тренировке по боксу мальчик ходит с мая, взял пример с брата. Сегодня Леонид принимает участие в городском турнире, который проходит в Самарском районе. Ему понравилось. Понравилось то, что на тренировках в них видят мужчин равных. Нету младше, старше. Они все равны, они все одинаковы. К ним относятся с уважением. Турнир собрал 40 участников из Самары и из других городов. На ринг выходят школьники от 8 до 11 лет. В жюри опытные судьи из самарских спортивных школ. Бокс, как и любой другой вид спорта, очень важен, очень полезен. Это, в первую очередь, пропаганда видов спорта, пропаганда детского спорта. Я вижу, как вот ребята, да, вот которых я тренирую, как они на глазах превращаются в мужчину, настоящего мужчину, настоящего защитника, так сказать. Мы же не только воспитываем спортсменов, но мы хотим, чтобы у нас были настоящие защитники Родины. Организаторы турнира по боксу планируют сделать такие соревнования ежегодными и приглашать спортсменов из других регионов. Сергей Кизоркин, Семен Безгинов, Григорий Плешаков. События.